Плавные волнообразные движения рук, яркие костюмы и неповторимый национальный колорит. Каждая деталь будто подчеркивает приход весны и начало новой жизни. В Крыму отмечают праздник Наврез. Крымско-татарский театр демонстрирует концертную программу. Хоть и крымчан сегодня солнышко не балует, в фойе театра по-настоящему тепло. Каждый народ здесь демонстрирует свои национальные и культурные особенности. И, конечно же, не обошлось без традиционных угощений. Угощайтесь на здоровье. Спасибо большое. А по соседству взор притягивает выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства. С ней нас любезно знакомит Эдие Шаменова. Возглавляет народное творческое объединение вот уже 20 лет. К искусству относится с большим трепетом. Обучает, распространяет и возрождает творчество народов нашего полуострова. Вот мы делаем репродукции, делает Зинеп, именно как в технике декупаж. Это опять-таки сохранение нашей истории. Ну, есть у нас художница молодая, которая любит тоже Крым и рисует море, там, крымские пейзажи, крымские травы, цветы. Кроме этого, тарелки с национальным орнаментом, украшения ручной работы и картины. Наврез объединил национальное достояние народов Крыма в одном месте. Слава Богу, на крымской земле мы всегда можем проводить вот такие мероприятия для того, чтобы народы Крыма могли обмениваться мнениями, обмениваться культурой. И это нам дает возможность жить в мире и согласии. Наши предки верили, что весна именно сегодня официально вступает в свои права. А значит, наступает пора полевых работ, время забот и надежд. Линуза Бурсиитова, Ясан Зивадинов, телеканал «Милет».